Девятый этап республиканской серии спринтов по спортивному ориентированию прошел в Заинске в парке имени Рената Фардиева. На соревнования приехали спортсмены из Набережных Челнов, Казани, Менделеевска. Заинскую команду представляло управление по делам молодежи. Нас пятеро, мы готовились. Ходили на тренировки, на улице, на стадионе занимались, бегали, отжимались, приседали, качали ноги. И сегодня хотим показать хороший результат. За определенное время спортсмены должны пройти 20 точек на дистанции примерно 1,5 километра. Нашим было легче. Маршруты парка знакомы до самых дальних тропинок, но волнение все равно не отпускало. Будет немножко необычно, это спортивное ориентирование, мне уже дали какой-то номерок, которым я должен буду отмечаться на контрольных точках. Вот это будет неожиданно, то что есть контрольные точки, нужно на каждой определенной последовательности отметиться. Я вот хожу, переживаю, думаю, а вдруг я пробегу мимо какой-то точки и не замечу ее. Городской спринт – это быстрая дистанция, насыщенная контрольными пунктами, ориентирами. Каждый участник на старте получает карту, на которой, ориентируясь по условным знакам, нужно правильно проложить путь, найти заданное количество контрольных пунктов. Очень интересно. Почаще бы такие мероприятия. Круто было? Да, очень. Что самое сложное было? Найти в лесах. Так приглашают участники на мусор. Между деревьями найти. Это посложнее будет. Вид спорта интересный, так что участники всегда есть. Соревнования по городскому спринту уже прошли в соседних городах. Цель развития спорта как социального инструмента, развитие общества, а также развитие спортивного ориентирования в муниципальных образованиях Республики Татарстан. По итогам соревнований заинские активисты стали призерами в разных возрастных категориях. У наших 3 вторых и 2 третьих места в личном зачете. В конце мероприятия все были награждены медалями, благодарственными письмами и подарками. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска.